Так, я так, насколько я понял, это у нас будет сейчас с вами финальная серия. Ну, я так надеюсь на это, что мы сейчас всех тут победим. А этот будет уже финалочком. Потому что в прошлой серии вроде бы был намек на это. Так что давайте... Давайте смотреть, давайте отправляться дальше. Что у нас тут ждет? Глава 12. Хорошо. Так, погоди. Угу, в эту сторону. Айзек, сюда. Думаю, механика сожрали до того, как он успел починить эту штуку. Строс погиб, Элли. Ну, по этому поводу я плакать не буду. А что дальше? Строс был нужен тебе, чтобы уничтожить обелиск. Строс не привел бы нас к обелиску. Он убегал от своих грехов. Ну а ты? Я убегать уже не буду. Я знаю, что надо делать. Ты очень кстати обнаружила этот здоровенный бур. Попробуй забраться в кабину и завести эту штуку. А я поищу вторую батарею. Посмотри, как там дела. И, наверное, пока мы сейчас будем искать батарею, у нас будет монстр, да, нападать. Угу. Ладно, давай искать. Еб твою. Это не батарейка случайная? Открыть. Да, ребят, батарейка. Так, давай, чтобы быстрее было, ее отбросим. И ставим вот сюда. Все, шикарно. Эй, какого черта? Все голограммы управления погасли. Ага. Печатная плата выгорела. Придется найти новую. Ну, они стандартные. Где-то здесь наверняка еще одна такая. Поищу. Как там у тебя дела? Ну, пока никак. Ясно. Ясненько. Будем искать плату. Ну да. А кто-то сомневался в этом, что нам не дадут сразу уехать отсюда, что нам нужно будет плату искать. Так, отправляемся. Здорово. Как оно? Нормально. Ну, самое главное. Это я переживал. Так, ничего не надо, да? А где плата? Ага, вот тут плата, да, наверное. Так, взяли. Правильно я понимаю? Отлично. Кажется, мне удалось запитать систему в обход навигационных карт. Слава богу. Ага. Так что, я зря бежал или что получается? Или не? Или нам надо было... эту плату достать. Ля-ля-ля. Какой неугомонный. Какой неугомонный тип. Так, давай вставляем. Шикарно. Система не распознает новую плату. Думаю, я смогу с этим справиться. Похоже, придется справляться мне. Что? Я тебя не слышу. А, не, ничего. Ничего. Все, задание выполнено. Есть, я запустила его. Но... С другой стороны есть лифт. Я развернусь, чтобы ты мог забраться. Спасибо. Да, давай. Ну, пока если ты будешь разворачиваться, я так понимаю, на нас будет нападать. Ну да. Как неожиданно. Божечки, сколько вас здесь? Так, забрать, забрать. Ёб твою. Хорошо. Отлично.
шикарно. Так, дай забраться. Поехали. Отлично, я забрался. Посмотрим, на что способна эта зверюга. Давай. А я пока вместо этого буду отбиваться от монстров, да? А ты не хочешь меня впустить? У тебя нет такого желания. Эти ублюдки повсюду! Серьезно? Ну да. Кто бы сомневался? Так, хорошо. А эта штука быстрее не может ехать? Дави их. Если тут их такая прорва, сколько же их наверху? Без понятия. Честно, без понятия. Ну отстаньте, ну пожалуйста. Ну хватит. У меня патрошков мало. Держись. Держусь. Впереди еще много этой дряни. Извини. Хорошо. Понял. Все. Прекращай. Отстань, дядя. Ты там в порядке? Мама. А, ну да. Вам что, бошку отстрелили, что не отстрелили? В принципе, без разницы. Каких стен? Мы не можем просто запрятаться вдвоем в здании, не? У вас нет такого желания просто спрятаться вместе? Тем более такую тачку, я думаю, вряд ли они пробили. Я выход вижу какой-то. Наконец-то я вижу выход. Шикарно. Теперь найти самолет, ну либо корабль, и улететь отсюда. Эй, стой! Эта штука похожа на одну из опор правительственного сектора. И как нам попасть туда? Легко. У нас же есть огромный бур, забыл? А ты не забыла, что я еду на этой штуке снаружи? Элли!
похвастаешь? Мы ведь пробились, верно? Это точно правительственный сектор. Ты готова поспорить, твой обелиск где-то за теми огромными дверями. Надо спешить. Эти твари очень скоро полезут через пробитую нами дыру. Тут где-то должен быть лифт или что-то подобное, соединяющие этажи. Попробую пробиться к тебе. Ага, встретимся по дороге. У тебя есть такая штука, благодаря какой ты можешь летать. Ты не хочешь отсюда спуститься? Прям вниз, не? Тебе надо конкретно искать вход. Ну ладно. Просто не могу понять, что он может летать, то он не может летать. Айзек, тут штурмовик! Что? Он сломан? Кажется, нет. Айзек, ты меня слышишь? Мы обязательно выберемся отсюда живыми. Один из нас. Тебе слишком опасно тут оставаться, Элли. Что ты там бубнишь? Просто тащи сюда свою задницу. Я начинаю проверку. Турмейк со Звездных войн. Ясненько. Не туда побежал. Так, погоди. Задача. А тогда какого? Я сюда бежал, скажите мне, пожалуйста. Питание включено. Угу. Чтобы, наверное, это да? Активировать. Айзек, что ты делаешь? Люк закрыт. Что? Эй, Айзек, что ты делаешь? Принудительная передача корабля. Айзек! Ты что удумал? Открой люк немедленно! Начата процедура аварийного взлета. Нет! 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 Даже не смей! Даже не смей запускать этот корабль! Айзек! Это твой шанс, Элли. Навигатор не работает. Но связь есть. Тебя обязательно спасут. Ты ублюдок. Я очень хочу тебя спасти. Я не смог помочь Николь. Но могу помочь тебе, Элли. В общем, пока. Теперь ты готов поговорить? А смысл? Отпустить тебя тоже? Я не могу, Николь. Я не хочу тебя отпускать. Произошло многое, чего мы не хотели. Айзек, коснись меня. Не уверен, что это хорошая идея. Айзек, пожалуйста. Сделай нас целым. Не могу. Еще не все. Черт, исчез указатель. Что теперь? Не знаю, какие высшие силы охраняют тебя, Кларк. Они не всесильны. У меня 200 человек вооруженной охраны. Все входы перекрыты. Только попробуй сунуться. Далеко не уйдешь. Да хоть 300. Вообще без разницы. Так, нужно взять себе. Угу. Чтобы его продать бы. Такого. О. И давай возьмем с собой аптечку. Все, отлично. Так, и сохраняемся. Я так понимаю, мы сейчас будем с вами перестреливаться не с монстрами, да? Ну, зато эту подругу спасли, новую нашу. Уже хорошо, согласны? Сука.
Ля, отстаньте, пожалуйста. На, лови. Ага, ага, ага. Понял. Да, эти штуки у меня не работают, ладно. Давай пробовать убегать отсюда куда-то. Только куда убегать? Куда убегать, если здесь одни монстры кругом? Кругом одни монстры, ребят. Еб твою. Уйди, 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 уйди. Стука. Еб твою. А закончься, пожалуйста. Жесть, ой. Угу. Ладно, хорошо. Побежали. Куда бежать? Задача непонятна. Сюда нельзя, тут закрыто. Оттуда мы пришли. Оттуда мы пришли. Может, нужно что-то взрывать? Как думаете? Как думаете, может, нужно куда-то... куда-то что-то взорвать? Правильно понимаем, мы же отсюда пришли. Ну да, мы сюда приехали. Где эти придурки? Ага, не могу. Я здесь не могу. Не знаю, ребят, честно, без понятия, что мне здесь делать нужно. Но отсюда мы пришли. Так, дай сообразить. Это машина, это бурильная, хорошо. Здесь ничего не берется. Здесь ничего не берется. Пошли назад. Если мы тут пройти не можем, пошли назад. Правильно. Ну, других вариантов я здесь вообще не вижу. Что нам тут нужно делать? Магазин. Так, ну отсюда мы пришли. Давай назад двигаться. Будем двигаться, пока без них будет. Ага, тут тупик.
Тут тупик, тут закрыто. Честно, без понятия. Даже ни малейшего не могу себе даже представить, куда там дальше. Взлететь я не могу. Взорвать там тоже ничего не могу. Здесь все закрыто. Ну, наверное, как-то сюда. Возможно. Или их перебить просто всех нужно. Но это тупо будет, если их просто перебивать надо всех. Так, вот дырка тут есть какая-то, либо отверстие, как кому будет. Так, обработка данных. Ага. Понял. Оказалось, все гораздо проще, да, чем я думал. Ладненько. Все, ребят. Да, для стали библиотека. Вы че, ёбнулись? Вы че, ебанулись? И что мне делать? Ладно. Подлезли сюда. Ну, я так понимаю, мы там явно не пройдем с вами. Я только зря ПП потерял. Убегаем отсюда. Просто на дальняк у меня ничего нету, к сожалению. Ага, вот чуть-чуть есть. 37 патрошков. 37 патрошков есть. Так, давайте сохраняться и давайте вытаскивать батарею. Я так понимаю, может, мы сейчас свет выключим? Да. Ты дал им войти в комплекс, идиот. Если они доберутся до обелиска, отступаем. Отступаем к ангару с обелиском. Мы должны запечатать его. Жесть, смотри, сколько их. Все, не могу вставить больше. Походу нет. Ну что, ребят, не нравится, да? А я всю игру с ними сражался. Так что побудьте немножко на моем месте. Жесть. Ёб твою. Сука, отстань от меня. Ля, плюется еще, падла.
еще и плюется. Дайте мне аптечку, пожалуйста. Слышь, придурок, как ты там появился? Дебила кусок. Ага, а тут бойня, да? Я так понимаю, произошла. Айзек, куда ты идешь? Я не знаю. Сюда, вот, наверное. Поэтому я здесь, Айзек. Чтобы указать тебе путь. Ага, понял. Давай, теперь нам зайчик помогать будет, да, наш? Хорошо. Привет, братиш. Ептую. Это типа я могу очистить костюм? Или что это? Так, вниз, да? Я правильно понимаю? Угу. Так, давайте, наверное, все-таки сохранимся на всякие пожарные. Потому что, опять же, у нас мало патрошков, и, наверное, придется перепроходить по 800 раз одно и то же. Так, теперь военные, да, монстры? Теперь у нас военные монстры. Все, закончи, пожалуйста, закончи. Ептвою, сколько у вас здесь дебилов. Не уверен, что мне нужно было, конечно, их всех убивать. Важно, я думаю, было просто пробежать. Ну ладно. Как есть. Так, побежали. Здорово. Нам же сюда. Да. Угу. Ясненько. Сверху батарею нужно вытащить, а? Правильно понимаю? Или неправильно? Ладно, давайте по одному, ребят. Нужно будет сейчас перебить их всех. Нужно будет перебить их всех. Стой. А ты бежать можешь? Сука. Все. До побочня. Но не у мешай. Меня в голове что-то не так. Мы приближаемся, Айзек. Обелиск знает, что ты здесь. Зато я не знаю, что делать. Придет время, и ты все узнаешь. Так, погоди. 5 патрушков, да? Осталось, ага. Так. Эта штука сработает на... Погоди. Куда нужно?
придется бегать между этими лазерами, чтобы попасть на ту сторону. Будет весело. Ну, да, согласен. Так, погоди. Ага, вот таким вот образом, да, наверное. Сука. Ну да, нам мало лазерей. И нам нужно еще швим монстра, да, на нас охотились. Угу, понятненько. Что-то походу не тут, я что-то делаю. Может, мне не то останавливать надо? Божечки ты мой. Здорово. Угу. Ладно, ждем, пока месть восстановится. Или она не восстановится, у нас больше нету этих штук. У нас больше нету этих штук. Успели. Все. Ухожу. Честно, ухожу. Все, я больше не вернусь сюда. Не надо обижаться. Все, не надо на меня обижаться, кусаться, я ухожу. Так, и что дальше? Только не вришь, у меня опять вниз нужно. Веришь, у меня опять нужно вниз будет бежать. На ту сторону. Это я понял. Каким образом? Попытаюсь поставить части моста на место при помощи кинезиса. Давай. С помощью кинезиса, понял. Это каким образом? Помощь генезиса. Не, не таким образом. Может, сверху получится сделать. Ага, да. Во. Е-бэйби. Ура! Мы справились. Ну да. Тут одни бабайки, да? Так, не, вроде даже сохранение есть. Давай сохранимся и пойдем дальше. В какую сторону? Вот эту, да? Вот. О, чувак зависает вместе с нами, да? Так, хорошо. Отлично. Блин, прикольная штука все-таки.
сука, хватит на меня плеваться. Это как костюм с химчистки забрал. Мудила грешный. Божечки, еще не все, да? Ну все, отстаньте. Ну хватит. Сука, сейчас я возьму автомат. Ага, еще не все. Вы, сука, никак не успокоитесь все, а? Всем побежали отсюда. Да-да-да. Расскажешь. А их не сильно до хера на один квадратный метр, не? Не? Ребят, у вас не сильно много ли? Уходи! Уходи, уходи! Твою. Я просто не знаю даже, что и комментировать, их реально тут до хера. Вот, вот такие моменты. Такие моменты я и молчу, ребят, потому что я не знаю реально, что комментировать. Все, наконец-то. Располовинил им. Я думаю, чересчур много здесь монстров. Сзади, 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 сзади. Наконец-то закончились. Я примерно так и думал, что сейчас будет тут какой-то супер-мега-пупер-босс. Потому что хрень вот эта вот замораживающая была. Я хочу уже финал. Не хочу больше монстров убивать. Давай, игра, дай мне обелиск. Сейчас мы пройдем по-быстрому к нему, да? И все закончится. Так, давай сохраняться. Шикарно. Ага, верстак. А ну, по-моему, у нас, да, пару штучек есть. Так, костюм 5 штук, да. Давай полностью улучшим костюм свой. Все, ну костюм у нас по максимуму, ребят. Мы с вами прям молодцы, молодцы. Надо было, наверное, все-таки на оружие не тратить такие штуки и прокачать еще возможность, ну, пуляться в них. Останавливающиеся. Потому что у нас всего лишь два заряда, видите, где кружки вот эти вот желтые светятся на спине. Нужно было их, наверное, прокачивать. Ну, кто бы знал бы. Кто бы, ребятки, знал бы, да? О, обелиск. О, господи.
И это сделал я. Что? Что они делают? Они стремятся к обелиску. Воссоединение вот-вот начнется. Я так и знал, что от тебя будут одни неприятности. Но они твердили, что ты нам нужен. Я годы угробил, копаясь в твоих прогнивших мозгах. Все должно было быть совсем не так. А как это должно было быть? У нас все было под контролем. Кларк, это не наша вина. Мы были так близки к пониманию. Все эти тела, которые ты впустил сюда, Кларк, они начали процесс воссоединения. Но мы никогда не думали, что их будет так много! Что это? Какого черта он делает? То, для чего он был создан. Айзек, ты должен сделать нас целым. Так, я должен нас сделать целым. Хорошо, побежали. Побежали делать целым. Машина, о которой говорил Стросс. Я вспомнил. Машина активирует те части мозга, в которых хранятся коды обелиска. Но как это угрожает обелиску? Чего они так боятся? Меня. Нас. Действующих вместе. Шаг 4. Да. Ты готов? Это ведь будет больно, да? Да. Заходи внутрь. Заходим. Шаг 1. Вползти внутрь. Шаг 2. Со всех сторон закручиваются винты. Имеющий уши, да услышит. Имеющий глаза, да увидит. Но у нас почти получилось. У нас, ребят, почти получилось. Только никому не говорить. Ладно, шаг давай. Вползти внутрь. Сейчас как минимум раз 17 мы его шаг так мэкнем. Имеющие уши, да услышит. Если бы он еще башкой бы не шевелил бы, было вообще хорошо. Тихо. Остановись, остановись. Во, вот так вот. Прям в зрачок. Что-то у них какой-то фетиш на глаза. У подруги глаз пропал у этого. Иди за светом, Айзек. Я буду ждать тебя у обелиска. Ну что мне делать? Проклятие. Не знаю, что мне делать. Но я хочу к обелиску. Так, ну. Как мне туда попасть? Стоять. Ага, не получится, да? Он ожил. Да. Все, еще не все. Да, блять, еще не все. Какие же они живучие. Как тараканы.
Да отстань ты от меня, ну ё-моё. Сука. Все, я надеюсь. Угомонился. Нет, не угомонился. Наконец-то. Или нам сюда нужно? Куда нам нужно? Ясненько, не сюда. В эту сторону. Все, побежали. Лево-право, право-лево, лево-вправо. Все, ребята, встаньте, я к обелиску. Кто куда, я к обелиску. Так, бегим. В какую сторону? Ага. Не-не-не, все, ребят, я к обелиску. Ну, пути меня. Сука. Еще не все, да? Так, дай угадаю, мне нужен труп челика, да? Вот это вот. Нужно поднести этот труп. Ой, еб твою. Где тело? Вот тело, смогу? Открыто, смогу. Все, 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 все. До побачення. Ну все, отстаньте от меня. Да ебаный ты рот, блять, этой гребаной игры. Не сохраниться ни хера не дают. Бомбануло. Падла. Все, 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 все. Сука. Все, пизда мне. И сейчас придется все заново перепроходить. Да. Вот я понять не могу, нахера их тут столько много, этих монстров. Ну чтобы что? Все, 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 отстаньте, ну отстаньте от меня. Чем мне, блять, вот чем мне в них стрелять, если у меня вообще все по нулям, блять. Уйди, уйди, уйди. Падла. Ну все.
Умрите, пожалуйста. Еще не все. Ублюдок, мать твою. Ну все, хватит издеваться, все. Бесите меня. Реально бесите. Ага. Просто сдохни. Божечки ты мой. Все, идите нахуй. Дамы и господа, идите просто нахуй. Ну я ж нажимал. Ну какого хера? Ну чем мне здесь? Скажите, пожалуйста, зачем мне их отстреливать, если у меня вообще нету ничего? Эта херня еще не работает. Вот что мне с ним делать, скажи, пожалуйста. Что мне реально с ним делать? Пожалуйста, пожалуйста. Нажимай, 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 я нажимай. Сука. Вот мрази конченые, вот это я... Ладно, у меня реально просто горит уже от этой помойки. Реально, от этой помойки уже горит. Не, игра классная, просто... У меня нет уже вообще ничего, ля. Открыть! Открыть! Ну я нажимаю ей, ребят, нажимаю. А вы можете просто 10 тысяч нахуй на меня вот этих животных кинуть, блять, сверху и все. Ну нахера таким заниматься, ну кто мне скажет? Ну реально, нахера таким заниматься? Открой дверь, открой, 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 открой. Открой и уходи. Не знаю как, просто, блядь, беги. Просто беги. Зона вакуума. Угу. Что ты от меня хочешь? Понял.
Еб твою. Так, аккуратненько. Главное, что нас тут не раздавило ничем, да? Я могу остановить тебя? Походу нет, не могу, да? Так, хорошо. Снизу. Поехали. Эти хуйни на меня еще нападают. Ну что мне тут делать? У меня хп вообще ноль, ни одной аптечки, ничего нету. Зона вакуума. Вообще все по нулям. Просто забей. Да. По-любому, ребят, вы такие умные, блять. Так, я могу их убить, либо не могу. Либо попасть хотя бы. Пальцем в жопу, блять. Попади себе, Артур, да? А не в эту помойку. Самое конченное оружие у нас осталось. Зона вакуума. Ладно, давайте еще пробовать. Просто я уже до конца дошел, понимаешь, и забить на это все тоже как-то не хотелось бы. Я вообще попадаю, блять, либо нет? Или кто там нахуй попадает, да? А, то есть я убил монстра. Ладно. Не, ребят, было много хп. И не эта помойная пушка, я вообще ничего не говорил бы. Ну так сами видите. Блять. Нахуй. Давай. Сука, заканчивайся, я тебя прошу уже. Я еще случайно escape нажал, выйти отсюда. Зона вакуума. Что происходит? Какого хера здесь зона происходит? Вакуума. Да я понял. Это полный вакуум. Так, мы же попадаем, я надеюсь. Или не попадаем? Так, хер вы знает, попадаем и не попадаем, ребят. Но по идее должны. По идее все, да? Закончились. Да, отлично.
Все, здесь должны пролететь. Остановись. Поехали. Вы? Ну, взлетай. Стой. Да неужели? Только толку с этого, у меня нету вообще патрон, нету аптечек. Сейчас любой шорох, любой псих и все, и на этом мы закончились. Больше никогда тебя не увижу. Нет другого выхода. Ты должен это сделать. Да отпусти ты ее и все. Понял, собрал, проверяй. Так, ну хоть чуть-чуть у нас аптечки вроде, да, есть. На три кусь. Чисто аптечки на три кусь от бабаек. Так, магазин, быстро. Кредиты, что мы здесь можем продать? Плату продаем, да. Дай мне аптеку большую, пожалуйста. Так, о, наконец-то мы заслужили это, ребят, с вами реально заслужили. Есть эти штуки? 25, прям не знаю, что ее улучшать. Ладно, пошли. Воссоединение на пороге. Встретимся у обелиска. Да, давай. Я думал, этого воссоединения не будет, что я сейчас ее удалю. В тех моментах. Блять, опять escape нажал. Не туда. Предлагаю попробовать пробежать. Как вам такая идейка? Или мне обязательно нужно с ними все еще сражаться? Или мы можем все-таки пробежать? Нам же сюда, да? Правильно я понимаю? Ну да. Ну все, открывай. Давай реально попробуем пробежать. Ты все, плюй не плюй. Я отсюда ухожу. Сейчас только бежать смогу. Отсюда ухожу. Сука, отстаньте. Ля ты, крыса. Все, отстань, дядя. Все. Обелиск, я иду к тебе. Я иду к тебе, обелиск, держись. Еще не все. Еще не все, да? Стоит сохраняться, как думаете? Давай, может, новое сохранение сделаем. Посмотрим. Все, уходи. Уходи, противный.
Пожалуйста, дайте дойти мне до обелиска. Просто дойти до него и все, и на этом все закончится. И для вас, и для меня. И тебя вылечим, и меня вылечим. Всех вылечим, я не туда пошел, да? Или туда? Что нужно делать? Меня рукой дотронулся, и мы откисли. Хорошо, нам сюда, допустим, в эту сторону. Сука. Он все чисто на салат порубил. Опять меня на салат крошат. В эту сторону, да? Потом куда? Ага, вот сюда. О, наконец-то, ребят, бегим. Давай. Давай, 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 давай. Данные об этом обелиске стоят каждой потерянной нами жизни. Ты чего? Алло? А что мне надо было делать? Данные об этом обелиске стоят каждой потерянной нами жизни! Я не позволю тебе уничтожить их. Жесть. Спасибо, Айзек. А сейчас время умирать. Что? Твое тело последнее, что нужно для перерождения. Создатели должны быть поглощены. Создатели? Это я, что ли? Но Строс говорил, мы можем уничтожить обелиск. Нет, если мы поглотим тебя до этого. Блять, а я ведь тебе верил. Нахуй тебе, и нахуй твой обелиск. Согласен, и нахуй эту игру, и нахуй этих разработчиков. Тихо, тихонечко. Сука, отстаньте от меня.
меня больше нету патрошков. Так, нужно пособирать. Ты что, издевайся? Только не ври, что это все. Не-не-не-не-не-не. Дебил. Боже, який конченый. Я хотел патрушки пособирать, понимаешь? Правильно, хотел патрушки пособирать. Сколько раз мне надо его? Во, наконец-то. Справились? Бля, опять сейчас я мозги вынесем. Может, мы не будем стоять и будем убегать отсюда? Не? Так, я так понял, это финал, да? Мы с вами справились. А я могу пропустить титры, либо нет? Мне просто интересно, чем это все закончится. Ну и гаджеты. Это и есть твой великий план? Бросить меня и сдохнуть? У меня полно идиотских планов. Забыла? Вот тебе еще один для коллекции. Я пробью крышу и заберу тебя. Двигай задом. Элли, слишком поздно. Улетает с станции. Извини, в этот раз тебе слова не давали. Побереги. Полетели. Давай, 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 давай. Отлично. Прям за кораблем, да? Ёб твою, камушек. Не вижу ни хера, куда, где, что. Давай, 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 хватай его.